Всем привет, дорогие зрители! Приехал я в район Махмутлар, нашел две квартиры, очень просторные, с видом на море, на горы, на красоту Алании. Покажу этот проект. Ну, эту красавицу вы уже увидели. Вот такой проект качественный, который был сдан 11 лет тому назад. Стоит она из трех блоков. Это один блок, но в нем два блока. А там только блок С. А, Б, С. Здесь у нас открытая парковка. Расстояние от этого места до моря максимум 600 метров. Открытая парковка есть. Также крытая парковка внизу. Крытый бассейн. Сейчас все покажу. Очень просторный участок. Вот просторный бассейн. Это детский. Там продолжение большой бассейн. Также внизу у нас есть бассейн. Также там есть водопады, аквапарк. Еще увидите. Проект, которым я люблю тоже. В районе Махмутлар один из моих любимых проектов. Здесь у нас теннисный стол, лобби, библиотека, книжки там все есть. Крытый бассейн, который запускается в этом году в декабре, а так в ноябре, 15-20 ноября запускают на самом деле. В этом году хотят запустить в декабре месяца. Так, сюда я еще вернусь. Там у нас фитнес-зал. Айдат тут 5500 лир. Годовой айдат. Вот так вот турецкий хамам большой. Вся эта инфраструктура, хамам, сауна работает в субботу. Смотрите, сколько душевых кабин. Вот раз, два, санузел. Здесь раздевалка. Тут у нас зона отдыха. Есть один массажный стол. Так. Здесь у нас сауна на 8 человек. Здесь римская парная комната. И тут у нас фитнес-зал. Значит, у нас один лифт. Вместимо 4 человека. Поднялись мы на верхний этаж. На этаже у нас две квартиры. Одна квартира и здесь вторая квартира. Так, открываем двери. Квартира продается под ключ. С мебелью и техникой. Здесь у нас просторная прихожая. Включим свет. Такая просторная прихожая. Здесь у нас кладовка. Стиральная машинка Siemens и проточный водонагреватель фирмы Siemens. Здесь у нас санузел. Такой вот. Не маленький санузел. Здесь у нас хозяйская спальня. Минимум тут 16 квадратных метров. Здесь у нас второй санузел. Есть также форточка. Тут у нас выход на балкон. Сторона восточная. Тут так как школа, звук голоса детей. Кому-то может понравиться, кому-то не понравится. Но я люблю, обожаю детей. И для меня это не создает никакой-то дискомфорт. Все классно. Это до полдня. Здесь дети играются, а потом уже все тишина. Здесь у нас просторный балкон. Вид на море. Вид на море. На отель Утопия Ворлд.
там улица Ататюрка. Вот Ататюрка я вижу. От Ататюрка расстояние 470-500 метров до моря, отсюда 600 метров. Также есть калитка снизу. Я вам покажу ее. Здесь у нас дополнительная спальня. Тоже не маленькая. Минимум 14 квадратных метров. Окошко можно закрывать, если будет жарко летом. Вот система закрытия. Кто не знает, как работает, показываю. Вот стало темно. Кондиционеры электростатенькие. И здесь у нас просторная гостиная, почти с отдельной кухней. Там также вид на море есть. Бытовая техника вся Siemens. Телевизор Grundy, маленький кондиционер Электро 18000 BTU. Тут у нас застекленный балкон. Просторный. Вот такой вид с балкона. Здесь, наверное, что-то строят. Здесь тоже в будущем есть что-то построить через 5 лет, потому что давно хотят построить. Там какой-то собственник земли, один из обладателей земли, не продает. Возможно, когда-то здесь что-то построят. Один блок, два блок. Но вид по-любому на море где-то останется. Кстати, здесь у нас вид на крепость Алании. Видите? Вот. Вот бассейн. Горки, аквапарк снизу. Там также еще есть бассейн. Теннисный корт, баскетбольная площадка. Детская игровая площадка. Также там крытая парковка у нас. Закроем. Вот сюда вид тоже покажем. Вот такой вид. На горы, на картежак. Ага. Дорогие зрители, цена этой квартиры 99 500 евро, 135 квадратных метров жилая площадь полностью. Так считается 160, говорю 135. Все, я иду во вторую квартиру, блок С. Иду я в блок С. Там также покажу вам инфраструктуру. Какая красота. Интересно, растения посажены. Кактусы всякие. Несколько сортов. Вот здесь два спуска. Один вот такой спуск, один нормальная лестница. Так, святочки всем подарил. Вот еще вам цветочек. Здесь у нас шахматная. Амфитеатр мини, как видите, шахматный пол. Здесь у нас водопад, но на данный момент не работает, не включают. А так, видите, аквапарк все работает. У него по времени работает, кажется. Во сколько включает, точно не помню. Аквапарк все работает, там у нас даже показывают электронную табель. Вот. Показывают, сколько градусов сегодня. На 26 число, сейчас посмотрю. 26, вроде 27 градусов тепла. Время съемки 11:50. 30 градусов тепла. Показал бы как-то, сейчас быстренько. Не поворачивай, не поворачивай, нет. 69% влажность. Свернулась. Вот такой сад здесь также. Просторный, ухоженный. Зона барбекю, беседка. Цветочки. Вот.
Здесь просторная игровая площадка для детей. Вот. И теннисный корт, баскетбольная площадка. Здесь снизу у нас крытая парковка. Вот калитка, которая напрямую выходит на улицу Ататюрка. Подниматься, спускаться не нужно. Тут есть небольшой подъем наверх. Если не хотите пользоваться этим выходом, можете отсюда выйти. Вот здесь игровая площадка для детей. Так. Возвращаясь в ту сторону. Отсюда тоже есть выход. Но так как нет чипа у меня, придется оттуда входить. Вот подошел я к блоку С. У нас вот такой вход. Так. Один лифт вызовем. Так, лифт прибыл. Вот 12-этажный проект. Поднимаемся мы на 11 этаж. Дорогие зрители, на этаже у нас 3 квартиры. Здесь лестничная площадка, все из мрамора. Квартира пустая. Такая прихожая. Вот такая интересная мебель у прихожей. Также продают и без нее, как вы желаете. Если хотите, чтобы осталось, то оставят. Сразу начну с этой стороны. У нас здесь санузел. Тоже просторный, не маленький. Тут хозяйская спальня. С такой мебелью. Здесь санузел хозяйской спальни, тоже не маленькая, вот, с форточкой. У этого проекта шумоизоляция очень хорошая. Проект где 11 лет. Одна из качественных проектов Алании. Здесь у нас сторона северная и западная. Вид на крепость Алании. Есть маленький такой вид на море. С этого балкона и вид на город, дорогие зрители. Вау! Нет? Очень красиво. Этот вид у вас не закроется, что бы там ни было, что бы там ни построили. Это Азура парк. Там у нас Голд Сити по вечерам, хорошее освещение. Ривьера. Там голубое освещение, желтое, красиво. Школа в этой стороне уже, если вас шум детей будет беспокоить, то можете присмотреть эту квартиру. Та сторона теплая, эта сторона и теплая, и прохладная, так как северная. Выбирать вам. Просторный балкон, можно также застеклить. Так, вторая спальня просторная, 16 квадратных метров. Тоже выход на тот же балкон. Просторная гостиная комната с отдельной кухней. Вот такой вид гостиной. Там, если что-то построят, здесь у вас вид не закроется. Вот. 30 квадратных метров минимум, может быть, и 32-35. Отдельная кухня. И огромная этот балкон. Огромный. Вот даже фонтан. Водопад уже включили. Видите, то, что я сказал. 12 часов, кажется, включается. Вот как красиво. Вот та дорога, которая идет на улицу Ататюрка. Вся инфраструктура рядом для жизни маркета. Вот под этим зданием есть маркет, супермаркет SSS Маги. Вот такие. Очень просторный балкон. Как минимум 20 квадратных метров. Вот.
звоните по номеру WhatsApp, Telegram, Viber. Плюс 90-555-064-91-10. Цена этой квартиры 92 500 евро, дорогие зрители. Звоните, звоните. Жду от вас звонка. Все, дорогие зрители, с вами был мистер Агаси, Солнечный Алания район, Махмудпур. Всем чао.